Так ты их суй в карманы. Так, вот смотри, какие большие карманы. Они маленькие. Да? Вот так. Ну, дай я проверю твой карман. Проверь. Вот это где? Что я не вижу. Он просто колючий, там он застёжка. Глубокий. Паша, а часто от чехов лезет, они говорят прахи, прахи, сагнат прахи? Прахи там, например? Часто. The man, ну, мистер Крабс. Блин, тут еще о, пошлите туда, так пошли туда. Вот там не были. Кто еще? Источник. The man, мистер Крабс. Ну, идем мы его выскочим это, закусим. Ладно. Это и вонючей воды? Ну, я просто... Не, я хочу все попробовать. Яко миса была сполнена. Чего она говорит? Почему им холодно? Не знаю. Почему нам холодно? В общем, видите, Карлов и Вар – это, в принципе, хороший город, как и Брно. Это не фигня. Чувствую, можете сюда приезжать. Ну, я бы второй раз не приехал. Ну, второй раз можете... Не знаю, второй раз, да. Отстой, да? Не, ну, дай мне понюхать, дай мне понюхать. Дай мне... О, блядь. Не, это вообще, это жесть. Это как будто бы гнил... Это, знаете, это как в болоте. Это гнилая вода. Это гнилая вода с... Это гнилая вода с ржавчиной. Какая жалость. Жесть. И она будет это пробовать сейчас. Ну, я так расстроен, что мы не попробовали три. Ну, сколько, четыре. Ну как? Все были хуже, это просто холодные. Холодные? Да, 30 градусов реально. Эх, жесть, как вы это пьете, оно воняет, ребят, я вам говорю, офигеть. Если просто. Если не нюхать их, так. Да, она, кажется, не самая плохая. Это змеиный яд. 30-86, а на сколько градусов? Да. То есть 30 градусов, ты она говоришь, да? Я удивлена, но это реально не... Она пахнет ужасно, но по вкусу она, я не знаю, она плохая. 30 градусов? Она теплая? Нет, ну такая нейтральная. Так если она не теплая, что тут написано 30? Разводилово. Так 30 это есть. 30 это жаркая должна. У нас температура тела 36. Ну тогда. Но поэтому тебе и не будет. Жарко, да. Но 30 должна быть хорошая. Смотрите, какой красивый. А, колоннада, еще одна арочная. Арочная колоннада. А, блин, там, походу, еще один. Где? Где? Я хочу 11, 12, 14. Это парк. Это мы правильно идем или нет? Мало ли, что это твои желания. Подожди, может вот этот парк? Я тебе на мне кажется, я завтра открыл. Ничего не видно, значит, переключаем камеру. Теперь все видно. Хотя здесь, наверное, ничего интересного нету. Просто парк. Да. Мы, наверное, неправильно пошли. Зачем нам в этот парк вообще? Да, я не понимаю, зачем мы сейчас пошли. О, как мы, блядь, неправильно. Там есть выход нормально. Нам все равно в ту сторону. Хорошо. О, как раз этот отель, который мы видели, так и никогда не видели. А это вроде Дворжаковый парк, кстати. Может, да? Ну, не точно. Ну, тоже в темноте он так... Ничего крутого тут нет. Притажливая не випада. Притажливый. Там є виход, оси, не? Не там виход, не ні. Притажливе не випада. Не випада. Притажливе. 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 Куди читала та жена шла? Збирати пенізи. Сме одійшли. Což було úplně, úplně неуцтиве. Ну і... Уполне очень. Увідомилися, що не хочемо платити за це представлення. Йо, як ми бихом могли ніц не платити вубец. Могли бихом. Але то є... То би було... Рекли бихом, що є то здарма. Просто мусимо яка платити. Я. Нічим приспівати не будемо. Сте вольна, йдете прич. Змістись. Зміст, йо. Жадне прахи не мам, сем студент, бидлим на бланіці бубец. Жадне хачапури не можуть яку. Йо. Ані хачапури се не можуть доволити. О яке прахи йде.
Takže již jsme nahoře. Baustav. Спасибо. Jakože německy to bude baustrojit a stav je to česky. Chápeš? Строїть, строїть, значит. Строїть, строїть, йо. Просто как будто пятилетний придумав. Лайфхак. Моя фирма Патехник. Ну, вообще обожаю. Смотри, Deutschland. Deutschland. Где? Тады, на доправні, на доп... А. На познаваці, значит. Познаваці, значит. Йо. СПЗ, статні познаваці, значка. Доправні значка, теď я вам укажу її. Вона přesně tamhle, там вепреду. Є написано П, паркування. То є доправні значка. Везаду, там була познаваці значка. Александр. Takže просим вас, розлишуйте толе. Ну, пацані, бач. Що? Хотел. Хумбольдт. Теда. Хумбольдт. Слышал сам, что Моргенштерн ма песничку Хумбольдт. Знамена, что я то добрый хотел. Так быдла. Ты Моргенштерн. До, не, не. То знамена, что когда он есть стейноименный, пак... то есть добрый хотел. А будет стать сполсту пенез. Що, ми ще довго там йдемо? А колики годин? Колики годин, мабуть? 18.40. Також то знамена, що нам година на 20 минут збива. А ми, власне, їж ведли мекача. Не, уже ми скоро там. Ну, його скоро ми там. Цілу годину маємо на мекач. Йо, намикач. Určitě намикач. Nebo на Lidl, на Kaufland. На Lidl, на Kaufland. Слухайте, як у напада. Бачите, що є. Дески не яке. Вегетаріанська ця. Це що? Ресторанта. Італіанське їдло. Теď ми вам укажемо 199 з полсту. Ну, це не так уж много. Ну, йо, релативно то много нені, але якщо порівняємо з мекачем, якщо ми себе можемо доволити цілий біг мак меню за 109 корун, пак є то určitě вигодно. Так ти си мислиш, щоб там була велика піца? Там буде мало, якоже... Два куска себе мало? Да. Йо, то є про мене мало, саможенно. Якоже два, то нині постачується, я би хотів цілу. Можна купити дві піци, значить. Ілі, ліпо. А, ну просто... От сюди. Ну я просто не вірна, що там є, як би, столи, чи що. Ну, тут дві аси... А здесь є? Дві аси таки би було мало, же? Просто тут ближе чуть-чуть, котрий... Так а ми йдемо біла? А кам ми йдемо? До лева. Кам? До лева. До лева, що то є? Ні, на лево. До лева? До лева. О, то йсов тихле ті сходи, по ктерих сме шли. Можеш привідати. Ну, пресне, йо, пресне тоді сме се стратили. Скратко я можна повідати. О, ми тут були. Йо, були сме тоді. О, так мы зациклили, все нормально, мы пришли там, где не было. Так же, йо, аси, а таки, всехно мы увидели, так же то знамена, что Карлові Вари не сов велке, о, я бы рекл, что они сов, яко центрум Брна, але, саможемо, вже в той летей часті сме не били, але я си мислим, що ми се на ні подіваме теď, хоча там ціла година збива. На яку час мислиш? Ну там є друга, яко, зана, там, де є Kaufland. А далі яко. Я сім чим, що це спаці четверті. Там ніц займало на ній. Ну йо, йо. Я не про
Та де є то центром? Хто?